сегодня завершился международный научный симпозиум, которого проводил Олег Викторович Мальцев. И в ходе этого симпозиума 4 дня целых были занятия по испанской школе фехтования. Мужчины наши занимались, а дамы, как говорится, сидели в зрительском зале, но за этим всем наблюдали. Ну, что я могу сказать? Это восторг. То есть бескомпромиссность, той же самой работы с Толедо, она, конечно, восхищает. Приятно посмотреть на мужчин, которые занимаются этой воинской системой, как они меняются, как срабатывает архетипология, как они меняются на глазах, это очевидно. То есть мощь от этого, от этих видов оружия, то есть от этой техники, она бескомпромиссна. То есть эффективность, она сразу видна. И знаете, вот я уже как женщина, ну, рассуждаясь по поводу там, всех этих вещей, это мужчины уже высказались. Что я хочу сказать как женщина? Знаете, мужчина, который не интересуется оружием, мужчина, который ежедневно не занимается воинскими системами, не способен защитить ни себя, ни своих близких, ни дело, ни бизнес, которым занимается, ничего. То есть поэтому меня, безусловно, как женщину восхищают мужчины, которые занимаются воинскими системами. Не любыми, обращаю внимание, а исключительно теми, которые несут в себе прикладной аспект, который эффективный, многофункциональный и которые не только воспитывают их воинскую подготовку, а эти же системы еще перекладываются на жизнь. И ты рядом с такими людьми чувствуешь себя абсолютно защищенной. И меня как женщина, безусловно, может не радовать, что в моем окружении есть очень много боевых товарищей, мужчин, на которых можно положиться, с которыми не страшно и, безусловно, с которыми рядом хочется быть. Поэтому спасибо огромное Олегу Викторовичу за то, что показывает, демонстрирует это мастерство. То есть в руках Олега Викторовича это просто оживает все. Это, ну, я не знаю, я вот восхищена именно тем, как Олег Викторович, ну, это все демонстрирует. И как он учит своих воспитанников, ну, это просто, конечно, восторг. Поэтому огромная благодарность. И, безусловно, пожелать хочется мужчинам, ну, как бы, которых здесь с нами нет, присоединяться в этом, участвовать. Ну, в общем, заниматься воинскими системами. И благо то, что школа Чинэч, испанская школа фехтования, на сегодняшний день стала доступна на русскоязычном пространстве. Спасибо.